предложение дня только сегодня. На телеканале Шоп-н-Шоу, когда уже погода меняется, и мы хотим выбирать ветровку и тренч. Так вот, сегодня ветровка Эмилия, которая сочетает в себе и трендовые позиции модной коллекции, но и, конечно, самую низкую цену, которую сегодня мы с любовью получаем. Микол, скажи, пожалуйста, вот такая ветровка тренч. Я знаю, что действительно самые популярные в сезоне. Да, и у нас с вами главное предложение дня сегодня становится дебютант нашего телеканала, да. Новый Премьера. Бренд, который сразу решил зайти с козырей. Он предлагает вам ветровку 2 в 1, поэтому цену 2999 рублей делим пополам. Это и ветровка, и с помощью дизайна вы можете ее подвернуть и сделать укороченной. Стиль Burberry – это всегда олицетворение тренчик на осень и на весну. Многие мечтают их купить, но они стоят дорого. Сегодня мы еще с вами отработаем по цене. Глубокий капюшон, прямой рукав с цельнокроенной формой. Конечно же, длина, которую можно будет подворачивать и даже иногда продемонстрировать этот элегантный классический подклад. Два накладных кармана тоже на подкладе из британской клетки. Ну и, конечно же, карабин, который дает возможность сделать силуэт приталенным. И компактность, которую мы получаем. Наша ветровка может получиться таким мягким багетом. Слушайте, идеально просто, причем сегодня сразу выбор цветов какой необыкновенный. Мой цвет – вишня, вишневый сок, самый красивый для меня, очень насыщенный цвет, его выбирайте обязательно. Бежевый цвет, а посмотрите, у Миколы в руках еще и не мнется идеально. Да, и это фаворит мой, потому что здесь красавчик. И оттенок, и клетка прям полностью Burberry. Позади меня красивый элегантный черный цвет, такой ахромат. Сиреневый цвет вам демонстрирует сегодня Людмила, это главный цвет года. И оттенок хаки у нас выбирает в этот час Ксения. Да, самое главное, что цена сегодня премьера не 6000 рублей, как мы задумали, а 2999 рублей при оплате банковской карты. Мы экономим еще 5%. Выбирайте. Смотрите, от 48 до 62 размера. Я что хочу сказать, Микол, вот сразу спрошу, если телезрительница хочет подчеркнуть талию или наоборот, она ее не хочет подчеркивать, как правильно выбирать размер? Мы забираем с вами четко размер в размер, данное изделие ему соответствует. Плюс сделаю отметку, что это предложение в первую очередь подходит дамам верхнего типа фигуры. То есть объемное плечо, объемный животик и объемная грудь. Здесь рукав идет с имитацией цельной кроины. По бедрам у нас идет 132 сантиметра. По талии, когда резинка в свободном состоянии, у нас 156, по груди 160. То есть дама нижнего типа выбирает по бедрам. В любом случае размер в размер. Идеально мы выбираем. Вы знаете, вот действительно сегодня погода в Москве уже меняется, ты понимаешь, что тебе необходима такая ветровка. Почему необходима? Потому что куртку носить еще рано, и нужен такой промежуточный вариант. Вот ветровка, которая будет легкой, с которой будет удобно ходить, да, утром взять ее, допустим, свою сумку, а вечером накинуть, потому что вечером в Москве уже холодает. То есть такой вариант универсальный для тебя. Да, при этом здесь нейлоновое полотно, классическое для таких плащей, выдерживает у нас с вами воду, то есть легкие ветер с дождем, вы, безусловно, можете даже обойтись и без зонта. Ветреная погода в первых заморозках с теплым свитером или водолазкой будет просто идеальным предложением. Ну и, конечно же, тот самый знаменитый подклад, который будоражит всех. Красиво. Здесь классика. Это у нас с вами клетка Виши. Она у нас с вами уже запатентована брендом Burberry. Безусловно, всегда является отправной точкой этой классики. Сегодня мы забираем для себя такую идею. Функциональный глубокий капюшон, стойка в зоне горловины для того, чтобы даже не носить шейные платки. Как я уже сказал, рукав у нас с вами с имитацией цельнокроенной формы. Даже карманы внутри оторочены. То есть детали здесь у нас с вами отменные. А вот этот карабин, это просто кладезь. Вы его застегнули, у вас можно даже полочки не застегивать. Или смотрите, вот так, как Лена, завязала. И мне знаете, что нравится? Посмотрите, Ксюша в платье у нас, на Люсе сегодня джеггинсы, а на мне другие брюки. То есть получается разные образы, и куртка наша, ветровка, подходит ко всему, да? То есть какой это стиль, Микол? Совершенно разный. Здесь очень хорошее у нас с вами подспорье. У нас нет стилистического такого прям конкретной границы. Это и не классика, и не спорт. То есть вы можете носить его с каблуком и шпилькой, вы можете одеть, из-под него будет торчать шифоновая какая-нибудь кружевная юбка, а может быть это будет просто строгий спортивный костюм или четкий классический наряд. И напомню, данное изделие можно у нас с вами носить двумя вариантами.
стороны. Вот так у нас с вами длинное изделие. Mm-hmm. Либо вы полностью вот эту часть подворачиваете вовнутрь. Ага. То есть вот так. И делаете такой, знаете, а-ля спортбомбер в стиле 90-х. Да. То есть два в одном. Поэтому 1500 френч, 1500 бомбер. И самое главное, я вас уверяю, такой цены просто не будет. 2999 у нас тренч, ветровка. Сегодня выбор цветов, а самое главное, размера до 62-го. Поэтому поторопитесь. Такая покупка одна на долгие-долгие годы. Микол, у меня знаешь, какой вопрос? Я единственное спрошу, подождите, что касается длины? Всем ли подойдет такая длина, вот особенно нижнему типу фигуры, да, женщинам? Да. И высоким, и чуть пониже. 77 сантиметров закрывает паховую зону. То есть, когда вы садитесь, например, на что-то холодное, то у вас закрыты ягодицы. То есть, очень удобная, хорошая длина. Так. Когда вы стягиваете кулиску, она немножко поднимается. Да. Если расстегнуть кулиску, она даже становится более удлиненной. В любом случае, у нас с вами здесь все элегантно. Так. Давайте теперь по деталям. Давайте. Смотрите, капюшон. Лена сегодня отметила, говорит, вот хороший, удобный. Это да, правда, действительно. Смотри, какой. Козырек 8 сантиметров, общая глубина 56, в ширину у нас с вами 34, рукава 68, длина 77, по груди 160, здесь 156, здесь 153. То есть у нас с вами такой-то перевернутый треугольник, форма ветровки данное изделие. Рукава можно подкручивать в два оборота, либо даже прям продемонстрировать подклад. То есть сделать три четверти. А значит, делай вывод, что весна, осень, даже зимой можно его носить в качестве второй вещи, особенно если где-нибудь на складе работаете или ходите в холодильное отделение. Мне очень нравится, что здесь у нас хороший воротник, то есть никогда задувать ветер не будет, даже если не погода или влажная погода, или туман. Вам это понравится. Шикарное решение. Вот прям, знаете, добротное, плотное, хорошее и по очень приятной цене. Мы сделали подборку цен, чтобы вы визуально удивились, да, какие цены будут в магазине, и еще можно и плюс тысячи где-то, и плюс 2000, смотрите, 5, 4, 4,5, 6 тысяч рублей. У нас цена сегодня 2999, при оплате банковской карты еще и скидка 5%. И идеальный визуальный ряд, да, то есть можно цвет выбрать. Вы можете выбрать для себя классические монохромные цвета и яркие, например, оливковый цвет на Ксении, сиреневый на Людмиле. Черный рядом со мной, бежевый, сложенный в компактно у меня в руках, и бордовый цвет выбирает секс-символ нашего канала. Выбирайте только один единственный день, супер цена на супер ветровку.